Друзья, привет! Это Севастополь, видите, там утки плавают. Вот, это я, Максим, индивид. Это Маша Ринкус. Вот. Мы где-то возле моря, где-то возле архитектурных развалин или еще не развалин. Вот, и этот ролик о том, что призыв к действиям, короче, вас. Что действуйте, вот, ищите свою мечту, идите навстречу ей, чувствуйте сердцем, внутренним, душою то, чего вы хотите. Маш, подержи, я по руками буду махать. Вот. И идите, далеко не отходи, вы не слышите. У нас петлички нету все это. Вот. И то есть, если вы хотите переехать на юга, это все реально, это все возможно. Вот сегодня 12 ноября, и ну вот, вот в принципе можно загорать жирочек. То есть, если вы хотите менять питание, меняйте его. Если вы хотите купить машину, то есть ищите способы, ищите. Ну, короче, все достижимо. Занимайтесь тем, что вам нравится. Вот. Но не останавливайтесь на месте. Многие из нас, вот, добившись какого-то уровня, поймав какой-то комфорт, держатся за него. Вот у меня, когда все рушится, все ломается, я понимаю, что это, наоборот, призыв к действию. Звонят по-любому, хотят денег скинуть. Угу. Понимаете? Прошли уже те времена, Максим, с Инстаграмом, когда тебе хотели скинуть денег какие-нибудь тёлочки. Смотри. Алло. Да, здравствуйте. Друзья, ага, это... А, по поводу бани. Все наиграно. Нажми на паузу, пожалуйста. По поводу бани. Все наиграно, неправда, неправда. Да, так денег вот ему не скинули в итоге. Да не, звонил человек по бане. Дело в том, что, ну, всем, чем интересуешься, все важно продвигать и предлагать людям. То есть я вот, например, я в свое время бросил курить, я могу этим поделиться. То есть я не бухаю, то есть я в этом эксперт. То есть я не ем мясо, я знаю, как вытравить микрофлору в организме. Ты что снимаешь, Маша? Пальцы твои в наколках. А, пальцы в наколках. Пальцы в наколках. То есть на все темы, которые я прошел на своем опыте, я могу с вами пообщаться. Вены покажи. Финансовой свободы, как таковой, я достиг, то есть я стал мало нуждаться. И от этого я чувствую себя, в принципе, в достатке. То есть как добиться больших сумм, я пока вам не расскажу, потому что сам в процессе решения этих вопросов. То есть, вот. Сейчас звонил человек по бане, то есть просто, ну, хочет заказать баню, с нами сходить в баню. То есть кто-то хочет купить... Что купить? Неважно, что купить, пока на этом канале об этом не говорим. В общем, жизнь прекрасна. И понимаете, как? Она случается с нами. То есть можно сказать, ну, как судьба вроде как, может быть, есть. То есть это такой аттракцион, горки, да, такие американские. И мы по ним летим. И смысл в том, чтобы менять свое отношение к ним. То есть если это крутой поворот и меня так заносит, я могу подумать, как? Как плохо, что меня заносит, вы что меня так трясете? А могу подумать, вау, какой вираж, вот это да, что я испытываю. То есть не быть в кайфе от яркости испытываемых чувств. Вот. Поэтому меняйте отношение к жизни. Коротко о главном. Проблемы нужны для роста. Если бы не было проблем, то не было бы точки развития. Потому что было бы и так все хорошо, нафига развиваться, да? Да, еще поэтому... я вам расскажу, знаешь... Вот. Что говорят, как, короче, типа холод, тепло, свет, тьма. Дуальность? Да, дуальности на самом деле, одной из сторон дуальности не существует. Холод – это отсутствие тепла, тьма – это отсутствие света. Поэтому все именно здесь, именно в этом относительном мире воспринимается. После смерти будет все абсолютно. Поэтому задумайтесь сейчас или жрите мясо и сдохните от алкоголя. Все, а с нормального пацана и девчонки лайк и подписка. Да, еще беременность это не болезнь, поэтому не ходите по врачам. Вообще. Да, вот тоже Машенька будет вам никуда не ходите. Потому что сидите дома и наслаждайтесь, медитируйте. Относится как к конвейеру, к беременным нашим мамочкам. Они у нас такие солнышки, то есть их пугают. Вот моя пришла, например, к доктору и говорит, да, да все равно тебя кисовить будут. Да кто ты такая, пизда тупая, ты сидишь там за этим своим УЗИ, ты, блядь, считать-то в школе не научилась, а ты сидишь, такие выводы делаешь, пугаешь всех. Я говорю, ладно, моя осознанная, а другая дурочка, ты что, побежит все, блядь, резаться.
дома скандал устроит. Понимаете, в чем дело? И извините, конечно, за мое проявление агрессии. У меня просто, видите, глаз дергается. Шернуться надо, ну да. Давай, я покажу вам, где. Вон, видите, тут натыкано, я вижу вот эта штучка. Да, мимо ставился. Все, лайк, подписка, смотри, с каждого. И пиши, где взять, я еще пока не знаю, где здесь. Красиво так.